Ждать ли тебе сегодня от него звонок или письмо? Ждать ли тебе сегодня от него весточки? Ну, ты знаешь, он хочет написать, конечно. Но мужчина женат. Он сидит и ожидает чего-то. Больше ждет действий от тебя. Ты знаешь, здесь почему-то ему сейчас душевно очень тяжело. Ваши отношения сейчас накалены. Он пытается как-то держать планку, да, и не разводить дальше огонь. Но считает, что он справедлив, считает, что он прав. Ты знаешь, здесь, конечно, письма не жди. Мужчина сейчас больше отдается своей семье. И ты знаешь, здесь вообще в ближайшую неделю можешь от него не ждать никаких весточек, потому что мужчина сейчас поставил акцент на своей семье. И почему-то мне вышло то, что мужчина женат.